как мы оказались здесь. Хочу сказать, то, что эта девочка сейчас была на кастинге, произвели потрясающие эмоции, очень живые, красивые, долгожданные. Наше имя будет известно, мы будем известны, и сможем дальше развиваться в этой модели. Поскольку мы и так модели уже, мы занимаемся моделью, поэтому как можно было отказаться? Профессиональные девушки еще модели. Как можно было отказаться от участия в этом конкурсе? Конечно, учитывая, что мы русские девушки, Латвии, как можно было упустить такую возможность? Конечно же, мы здесь. Ну что ж, мы вам желаем удачи, успехов, мы будем болеть за вас. И а вы отправляйте вперед свои голоса за эти прекрасные девушки. Голосуйте. Вы должны выйти в финал. С вами были мы, Вареника Смирнова и Мария Шаталова. До новых встреч!